Новостей в среду будет немного, но в этом экономическом календаре есть несколько потенциальных драйверов рынка. Я Бен Джонс. Первый пункт по расписанию стоит в 6 часов утра, когда в Швейцарии будет выпущен доклад по индикатору потребительской активности от UBS за август. В июле его показатель снизился в предыдущем месяце, достигнув максимальной за 6 лет отметки. Долгожданный немецкий доклад по индикатору условий деловой среды от IFO за сентябрь последует 8. Последние 4 месяца индекс спускается все ниже, отражая рост пессимизма в крупнейшей экономике еврозоны. Данные, заслуживающие особого внимания по объему продаж жилья на первичном рынке США за август, будут доступны в 2 часа дня по Гринвичу. Июльские данные огорчили снижением продаж до самого низкого за 4 месяца уровня. И последний пункт расписания запланирован на 2.30, когда глава Резервного банка Австралии Глен Стивенс выступит на экономическом форуме в Мельбурне. Речь имеет большое значение для трейдеров ОСИ, поскольку она может предоставить некоторые намеки на будущий план действий банка. Вы смотрели экономический календарь на среду 24 сентября. Наш следующий обзор будет охватывать наиболее важные публикации новостей на четверг. До свидания!